Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит вы смотрите самарские новости спорта. Самарчанка Ирина Заблудина – бронзовый призер чемпионата мира по дзюдо. Пляжные крылья Совета в Сочи разыграют медали чемпионата страны. 13 медалей завоевали паралимпийские пловцы на всероссийской спартакиаде. В Чувашии прошел финал паралимпийской летней спартакиады. Сборная Самарской области по плаванию положила в копилку 13 медалей и заняла третье общекомандное место. Ирина Дронкина завоевала 8 золотых медалей, Оксана Пескун отметилась золотом и бронзой. Анастасия Викулова и Егор Сухарев поднимались на третью ступень пьедестала почета. В активе Регины Бектимировой – серебро. Крылья Советов достойно выступили на домашнем этапе чемпионата страны по пляжному футболу. Одержали 3 победы в 4 матчах и получили путевку в Сочи на суперфинал. Игры состоятся в середине сентября. Стартуют Крылья Советов с 3-го места и начнется дерби матчами с московским Локомотивом. Победитель выйдет в финал, проигравший поборется за 3-е место. Еще одна пара на чемпионский титул – московская «Динамо» и питерский «Кристалл». Ирина Заблудина завоевала бронзовую медаль в составе женской сборной России на чемпионате мира по дзюдо. В Астане по традиции турнир завершался командными соревнованиями «Стенка на стенку». На пути к наградам россиянки уверенно обыграли австралиек 4-1, одержали блестящую победу над лидерами европейского дзюдо француженками 3-2, но потом уступили сборной Польши 0-5. Поединки за 3-е место увенчались успехом. Кореянки проиграли 2-3. Бронзовые медали поделили с россиянками немки. Серебро у полячек, чемпионки мира, спортсменки из Японии. Их товарищи по команде, мужская сборная, тоже завоевала золотые медали. Представители России, в том числе самарец Тагир Хайбулаев, остался на этот раз без наград. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.